Перед вами лобстер, запеченный под сыром чеддер. Мы можем также приготовить его вам на пару или же на гриле. Лобстера называют королем морепродуктов из-за его полезных свойств. Обычная длина лобстеров варьируется от 30 до 50 сантиметров, весом от 750 до нескольких килограмм. Он содержит в себе очень много морских минералов, очень много витаминов. Рекомендуется для тех, у кого проблемы с сердцем, рекомендуется для тех, у кого желудочные какие-то проблемы есть. В пищу употребляется мясо, находящееся в клешнях, в шейке, в туловище. Здесь иногда бывает икра и внутренние органы. Также самое большое его содержание мяса – это хвостовая часть. Моря – это единственный ресторан в Кыргызстане, в который он поставляется живым прямиком из Голландии.